Эх, муженек мой, муженек, кормилец наш, все на своих плечах тащит, вон даже в командировку уезжает опять. Даже деда позвать пришлось, чтобы за тобой было следить проще. Вот видишь, какой у тебя отец работящий. А ведь раньше он футбол смотрел, и ты с него пример бери. Вот потом у тебя жена будет, ты точно так же будешь ее обеспечивать. А теперь пойдем деда встречать. Только ты с ним тоже помягче будь, а то он еще не отошел от смерти бабушки. Пойдем, сынок, пойдем. Давненько я деда не видел. Мама, он на меня до сих пор обижается. Немножко, но ты будь с ним помягче, может, тогда он тебя и простит. Надеюсь. Семья! А вот и я! Опа! Здорово, Наташка! Бабулечка, внучек, привет! Привет! Иди, мой, вот так вот тебя! Давай, рассказывай, значит, где я остановлюсь, где я, значит, буду, показывай, где твоя комната. Ну, комната его вон там, сейчас я его туда выпровожу, а ты, батёк, будешь в зале у нас спать. Прости, к себе в комнату я не впущу. Вот, сынуля, иди давай в комнату свою, быстро! Он меня чмокнул, ма. Ну это плохо, что ли? Тебе что-то не нравится? Поцелуй деда! Ну поцелуй, что ты мне вот это вот самое? Иди в комнату свою давай! Тихо! Да не ругайся на меня! Подружимся сейчас! Дед, может, к психологу записался? Я не знаю, почему... Он вернулся, как будто бы ничего не было, поздоровался со мной там в щечку. Он меня никогда в жизни там в щечку не целовал, а тут я поцеловал. Это все потому, что я у тебя беременна, и он второго внука ждет. Вот поэтому он так и подобрел. Не смей ему настроение портить своими выходками, ты меня понял? Я понял, он просто тебя злить не хочет. Вот, правильно, и ты его тоже не зли. И меня ни в коем случае не зли. Сиди давай, уроки свои учи, там алгебра, биология. Вот, будешь хорошо себя вести, компьютер тебе верну. Это значит, да, я в шкаф. Сувениры! Матерь-батя! Издевайся, я у меня... Сувениры! Я посрался в этом шкафу, нафиг! Я тут это, на дачу перебирался, перебирал там всякий хлам, вот это мусор, вот это все. Смотри, вот что нашел тебе. Это чернила еще из моей молодости. Вот это паспорт получать, когда будешь, я их пить вот не буду. Ими расписывайся. Зачем пить-то их? Ты ими не пей. Я говорю, в паспорте ими распишись. Память какая будет? Спасибо. Старые чернила пригодятся, дед. Я их прям вот сюда вот, к учебнику по алгебре положу. Спасибо. Все, ты тогда уроки это учи, отдыхай. Вот это там 5-10. Ну, еще успеем поболтать. Странный какой-то дед. У него явно что-то с башкой произошло, но ладно, мне пофиг. Мама сказала то, что батя уехал в командировку куда-то. Это значит то, что его вот этот аппарат без присмотра нафиг стоит во дворе. И если я смогу выбраться во двор, я смогу покататься на его вот этом вот нафиг аппарате. Но с другой стороны, если я буду хорошо себя вести и просто прыгать на кровати, тогда мама мне компудахтер вернет. А что важнее, нафиг, я не знаю, компудахтер, чтобы я дальше в Майнкрафт играл, или на аппарате бати вот это вот покататься. Ну и мама тоже глупая. Думает, батя уехал в командировку, потому что он нашу семью обеспечивает, а батя поехал, походу, кого-то опять вот это вот закапывать в капусте посередине леса. Я-то нафиг знаю, чем он занимается, но пока маме говорить не буду, потому что мама беременная ребенком. Но раз присмотра за мной сегодня будет намного... Да как же открыть эту дверь в его кабинет? Как он ее так запер-то, ё-моё? А почему тогда мама тоже не тупая? Мать что-то знает. Ладно, фиг с ней. Пойду обратно на кухню. Мать что-то подозревает тоже. Она что же не глупая? Она беременная, да. И батя не хочет ее расстраивать, но... Мать тоже что-то как будто бы знает, потому что как только батя уехал, она сразу захотела попасть к нему в комнату, чтобы там что-то посмотреть. Так, здесь изолента, здесь унитаз, прекрасно, унитаз мне нафиг не нужен, закрой. Вот это вот, надо попасть срочно в комнату батька и посмотреть. А? Что это радио-то заиграло? Пойду проверю. Вот так, новый способ, как отвлекать деда, в предыдущий раз этого радио там не было. Сломалось, наверное. Пойду дальше за телевизор. Да.
Господи, и туда я запрыгнуть не могу нафиг, потому что там нужен ключ, но там, там зеленый ключ от комнаты бати! Так, теперь мне надо найти, мне надо найти этот... А, мне не надо найти! Так дверь всегда заперта была, почему она... А если ножом в замке поковыряться? Пойду-ка попробую. Давай. А, не получается. Твою мать! Мама, рот. Господи. Папуль, что это у тебя барсик тут разбушевался? Да мы что-то пока не сдружились, но ты не переживай, я к животным охот имею. Мать, что-то жесткое. Ну ладно, ладно, общайтесь. Я пойду обратно на кухню. Она нафиг хочет в этот кабинет попасть больше всего в этой жизни. Мать знает, она за себя глупую нафиг вот это вот строит. И она знает то, что батя у нас нафиг не продавец автомобилей. А то, что батя... Чё же он там такого прячет в своем кабинете? И ничего ведь мне не рассказывает. А какого лешего там вот этот вот так дед что-то читает? Почему дверь в сральник открыта была, я так и не понял. Только не ори, сатана. Я... Вот так, что подсматривает нафиг там? Не увидел. Не увидел? И закрыть. А, матерь божья! И закрыть! А брата дверь надо нафиг закрывать, потому что если я не закрою... Заперто. Мать сейчас сюда придет и будет пытаться нафиг кабинет сюда попасть, пока я тут нафиг внутри. А такие приключения мне вообще не нужны. А может... О, записка какая-то. Пароль от ноутбука. Как? А если заколкой попробовать замок выбить? Ну-ка проверю. Да что ж, не открывается-то никак. Да. А если он там в ноутбуке в своем с какими-то бабами общается? А, так она не знает то, что он мафиози? Она просто да думает... Что ж такое-то? Откройся ты! Она нафиг просто... Она... Нафиг мне в дверь! Дверь мне запили нафиг! И не надо мне вот это... Ай, ладно, фиг с этой дверью. Пойду как? Дальше на кухню. Как? Если у меня есть пароль от ноутбука. Как нафиг в него зайти, чтобы использовать пароль от ноутбук? Что-то я нафиг упускаю. Может, мне забрать... Вот аппарат, нафиг. Вот он, это аппарат. Как батя нафиг уедет в командировку? Не на мотоцикле, на чем он нафиг? На автобусе, что ли, уехал? Ладно, пофиг. Чуть придавило. Ой, пойду отолью. Господи, нафиг. Дед сейчас пойдет отливать. А я пойду. А как я нафиг пойду? А! О! Как хорошо-то. О, Барси! Ча! Теперь рыба. То, что надо, то, что надо. Книга «Воспитываем детей правильно». Заберем, пригодится. Да, молодец, Барсик. Так, я пойду вот сюда внутрь. Иди. Хорошо. Какого леса? Можно пойти руки помыть. Так он прекрасно, дед идет мыть руки, я пойду на бар. Погоди-ка, а почему дверь в ванну открыта? Ё-моё. Пойду-ка я проверю внучка. Твою налево нафиг! Где это ты? И думал, я тебя не замечу! А ну иди сюда! Дед! Раз ты не хочешь учить уроки, будем воспитывать тебя по-другому. Наташка, я там у себя в книжке в одной вычитал, как правильно его нужно было воспитывать. Слушай меня, вот вы приехали вот в эту вот квартирку, да, думаете, у вас тут самый прекрасный район, все у вас тут хорошо. А оно-то не так. Я вот даже знаком был лично с одним человеком, он мне рассказывал то, что вот в этом городе тут столько маньяков,
столько людей поубивали, а ты все туда сбегать хочешь постоянно. Вот ты что хочешь, чтобы там с тобой что-то сделали, а мамке потом это все вот нервы переживать? Оно ей не нужно, у тебя ж братик или сестренка скоро будет. Сидел бы, учил нормально уроки, и все было бы хорошо, а не вот это вот все. Какие мои... Вот видишь? Видишь? А ты на улицу хочешь выйти? А там маньяки страшные. Как возьмут и затащат тебя за угол. И больше никогда ты из этого угла не выйдешь. Мам, я тебя больше нафиг боюсь, чем каких-то маньяков на улице. Не смотри так нафиг мне в пупок, пожалуйста. А ведь я намного менее страшная, чем эти маньяки. А ну давай в комнату свою быстро. Извините, больше не буду сбегать. А ты, папуль, в следующий раз просто ему ремня дай, а не церемонься с ним. Хорошо, Наташенька, не переживай только. Маньяки у нас здесь, да, да, дед, нафиг, вот ландоширак мне нафиг, вот, видишь, на уши нафиг мне навесил. Он же прочитал эту книгу, как правильно воспитывать детей. Вот, и там, походу, ему написали то, что надо запугать ребенка, чтобы ему было страшно на улицу выйти, да? За дурака меня, походу, держит. Нет! Господи! Ты это неадекватная дабель! Я к тебе по одному поводу пришла, сынуля. Вот ты же с батькой хорошо общаешься? Я думаю, хорошо. Он тебе случайно не отдавал там ключик, может быть, от своего кабинета? К чему такие вопросы, мам? Ну, понимаешь, я женщина очень мудрая. Мудрая, значит, умная. И мужа надо своего проверить. Мало ли, чем он там в своем кабинете занимается. Ну, ты понимаешь меня, да? Может, там поможешь маме чуть-чуть? Мы с папой плохо общаемся. Ты же знаешь, нафиг, как он меня недолюбливает. Все он тебя долюбливает. Ну, может, там вот расскажешь, где он ключик хранит свой от кабинета. А если я тебе компьютер верну? А как ты мне вернешь компьютер, если компьютер в кабинете папы? Ну вот я открою его кабинет, соответственно, оттуда достану твой компудахтер. Ни слова больше, давай. Ты моя умница, сейчас принесу тебе твой компудахтер. Дай обратно ключ, отдай ключ. И два монитора, не забудь, два монитора, первый и второй. И два монитора, как у меня сынок умный. В целом хорошо, тогда если я батя уехал куда-то, зато нафиг я могу себе компьютер свернуть, а то батя меня пилит, то, что я уроки нафиг не учу. Вот я заберу этот ключ, может, он нафиг от чего-то другого, но как будто бы он должен быть от вот этого, от сральника. Мать! Несу, сынок, компьютер твой, несу! Мать, ты беременна, дай... Господи, заходи! Ставь! И два монитора, самое главное! Вот компудахтер твой... И вот раз, с РГБ подсветочкой и монит... Ну ты сам его... Я как-то на него смотреть нафиг буду. Сейчас, подожди. Майнкрафт! Вот он, видишь, там Стив ходит, Тинти ставит. Спасибо, мама. Тинти, не надо, Тинти небезопасно. Вот, все, молодец. Сиди, а я пошла в кабинете твоего отца рыться. Как хорошо, когда мама и папа доверяют друг другу. Никто никого ни в чем не подозревает, там в изменах, там в том, то, что батя у меня самый лютый мафиози на районе, который закапывает людей с утра вместо чашки кофе. А может, с мамой тогда вообще можно договориться в этот раз, если батя нет дома? Паролет ноутбука, я же могу... Он еще и ноутбук запаролил. Да что ж ты будешь делать? Может, у него в бумагах этот пароль лежит? Ой, как хорошо, Даби, как хорошо то, что я все забрал. Я... Так, Леночка, вот, проходи, пожалуйста, да, вот так садись, так. Угу. Ну, давай рассказывай, кто ты по жизни вообще? А, ветеринар, да? А я вот бизнесмен. Это вообще моя пятиэтажка. Ты думаешь, я тут что-то делаю? Да нифига подобного, я ж тут начальник, всеми командую, а сам отдыхаю. Отдал задание своим подчиненным, они пошли и быстро все порешали. А, почему мы у консьержа? Да я так, просто заменяю тут, пока еще не нашли работягу на должность. Не понял.
Сейчас, прости, пожалуйста, любовь моя, мы тут с одним молодым человеком... А ну, выйди, он вышел. Сейчас, минуточку, я тут с ним поговорю и вернусь к тебе. Не скучай, тут... Мой иди хороший, сюда. Тут никого нет, ты с кем разговариваешь, нафиг? Шизофреник! А ну, вышел отсюда, у тебя секунда. Так, секундочку, дальше... Там... Ты чё, вообще офигел, что ли? Ты какого лешего мешаешь мне личную жизнь мою строить? Какую личную жизнь? Так в смысле, Леночку сюда привел к себе на работу, познакомиться, надо найти уже девчонку себе. Так, ну всё, ты меня задолбал, я иду к твоим родителям. Как? Так. Какую Леночку? Алло, открывайте там, вы какого лешего за своим мелком не следите? Ты что такое, что тебе нужно, умер обозвали? Что за шум? А че? Что? Вот мелкий сбежал нафиг! Вам что там, пофиг что ли всем? Что за дверь? Сбежал? Что за дверь? Что? Куда сбежал? Что за дверь? Какого фига он тут шляется где-то у меня? Что за дверь? Что за дверь? Что за Ах, дверь? Вот ты как! Вот что за дверь! Ой, не нормально! Ты же у меня умный мальчик, да? Ты же разбираешься в своих вот этих вот компьютерах, программировании, всякое вот это вот, да? Давай ты мне поможешь пароль от одного ноутбука подобрать, а я тебя наказывать не буду, и забирать у тебя ничего не буду, и не буду заставлять тебя учить алгебру и уроки. Договорились, сынок? Фу, у нас сегодня, мам, день каких-то сделок, как я понимаю. То есть вы пришли ко мне и просите меня... Но делаете это без уважения, да? Ты не у того человека уважение просишь проявлять. Я думаю, ты прекрасно знаешь, что я не просто мать. И ты прекрасно знаешь, чем я могу заниматься. Поэтому прямо сейчас ты поможешь мне взломать этот несчастный ноутбук. Ты меня понял? Ладно! Но ты меня не будешь сегодня доказывать, как это батя делает обычно, да? Наказывать я тебя не буду. И никаким мясом тоже не буду угощать. Поэтому давай, пошел быстро в кабинет и взламывай ноутбук. Каким мясом? Никаким. Давай. За ноутбук. И вводи пароль. Я нафиг не знаю, как вести этот пароль. Я копошился здесь. Я его только открываю, закрываю. Ну у тебя же есть пароль! Да есть! Вот пароль! Он, дай мне вот пароль! Да! Молодец! А теперь марш в свою комнату! Быстро! Марш, я сказала! А будки существом! Я! Шутка! Какой Дедуля, бункер? Не беспокой. Все, уроки, Майнкрафт, флешбеки, нафиг, какие-то возвращаются, нафиг, что-то происходит, у мэра обосрали на первом этаже разговаривать с призраками, нафиг, какими-то, а мама сказала, она не будет меня кормить мясом, а дед, что-то, мне надо валить, нафиг, отцу опять, или у меня опять кукуха поехала, тю-тю, нафиг, куда-то вот туда, во Владивосток, нафиг, далекие края. Или что-то жесткое. Так, ладно. Мать копошится в ноутбуке, пускай. Какой лешего, дверь нафиг опять заперта, если я ее отпирал. Надо к Тамаре Игоревной. Молоток, а может вернуться в ванную? Наташка, он опять за свое. Нам нужно... Правильнее найти подход. Ты со своими подходами только хуже делаешь. Запугиваешь ребенка, вот он лишнего и начал думать. Я что-то придумаю. Иди давай отсюда, я тут пока. Матерь, господи, Иисусе! Извини, Барсик. Бедный кот, чем его нафиг кормят, то что он этот... Господи, нафиг я... А где это живет, я не понимаю. А я и нашел заначку. Сейчас она выйдет. Ой! Кто это? Опять ты, шкет мелкий, ты что тут шарахаешься снова, а? Мама передала бутылочку молока вам, Тамара Игоревна. Ох, молочко. Молочко, моя любимая. Ну, проходи. Привет! Вот мой внучок тебя заждал. Привет, Белки! Проходи, как у тебя дела? Ну,
так. Да ножки! Ножки об коврик! Господи, вы что... Ножки под отряд коврик! Все. О, умничка, молодец. Идите дальше своих этих ШКБД сральников смотрите. Туалетов только... скибите, да, пошли, и пошли. И вот этих самых только не топчитесь. А я дальше убираться. Бабушка у меня добрая, согласись. По секунду. А зачем ты ключик взял? А так это мой. Твой ключик на кухне моей бабули? А это точно твой ключик? А чей еще ты? У меня комплект этих ключей, смотри. Вот один, вот второй, вот я третий нашел. Это все мои ключи? Ну я спрошу у своей бабули, хорошо? Бабуля, подойди сюда. Что такое? Не надо ни у кого, не надо ничего спрашивать. Ключи-то ключик как раз-таки своровали. Никто... Ключик. Тамара Игоревна, я ничего не воровал, я забрал... Ах ты, мелочь пузатая! Я тебя за... кто воровать научил? А ну сюда подошел! Давай, заходи в лифт, заходи, сейчас мы с тобой кое о чем поговорим, кое-где будем. Давай, внучок, я скоро буду, не скучай. Хорошо, бабуль, давай, пока, удачи. Пока-пока, мой дорогой. А теперь ты. Вот мы и остались с тобой наедине. Сейчас я тебе покажу, как я долги из должников выбиваю. Ой, как внук Зара Андреевич, ты меня учил обращаться с такими, как ты. Бегом. Вышел. Вышел, я сказала. Вот, вот в комнатку заходи, мы хороший. В комнатку заходи. Зашел, быстро в комнату. Быстро в комнату зашел. Я видел, что вы здесь с людьми делаете. Пожалуйста, не надо. Это твое воображение. А сейчас, мой хороший, я тебе покажу, как со старшими разговаривать и как воровать у них. Нет!